Ах, какой был, наверное, радостный мой отец, как с войны вернулся. Обнимал, целовал сладостно, в ласку женскую окунулся. Накопилось, ну, столько нежности, что и нам от отцов досталось. Вот и шли мы к своей неизбежности, веря в то, что на стенах писалось. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Ну что, дружок, давай, налей, расскажу я вам о жизни. Были рады улыбкой Гагарина, что мы самые первые в космосе. Ничего мы не знали про Сталина. Целина, пятилетка на компасе, сверху видели, руководили, а мы верили. Мы так привыкли, и пока нас так за нос водили, в министерствах там все пообвыкли. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Ну что, дружок, давай, налей, расскажу я вам о жизни. В рельсу стукнули и объявили: бам построим, бам — это чудо, а в Термезе границу открыли. Цинкачи шли втихушку оттуда. Нынешнее поколение советских людей будет ли жить при коммунизме?